Знаете, он настолько непредсказуемый, настолько не знаешь, чего от него ожидать. Понимаешь, что это личное его, не то, что там они там общину собираются, у них там, как у нас Рада, у них, что у них там, господи, не знаю. Вот. Я думаю, что решает только он, и все это у него спонтанно, и все это вот, мне, я не думаю, что это все какая-то последовательность в этом есть. Не думаю. Это все так вот, хочу поубивай, вот я хочу, вот это вот и все. Я хочу Украину, все. И все, тут нет никаких, а спроси у него зачем, мне кажется, он и сам не знает зачем. Но это мое мнение субъективное, пенсионера. Целостность России, это что имеется в виду, типа территории наши с ихними, нет. То, что Россию разорвут, я чувствую, я надеюсь. И вы знаете, честно говоря, вот у меня мама с России, папа был в армии с Челябинска и привез ее оттуда. Вот я знаю Сызрань, мы были в гостях, у меня там все родственники. И вот так вот, я никогда не думала, что Россия, но это уже чересчур. Очень чересчур. Естественно, ничего хорошего им желать, ну, никак. Что думать? Страх только и все. Переживаем, когда у нас все закончится, все это. Ждем мира. Чтоб нигде не стреляли, никого, ничего, как раньше жили. Ой, уже сердце скоро выскочит.